Здравствуйте, магазин «Лючит серебряные украшения». И сегодня у нас вновь девиз «Минимализм и аскетичность». У нас сегодня опять пусеты и совсем-совсем гладенькие тоненькие кольца. Интересные пусеты пришли на самом деле от завода «Плата». В золоте мы уже посмотрели, говорю, что их легко можно миксовать. Вот такая же моделька в серебре. Все у нас изделия родированные и обыкновенные, видите, штифт. Ну, мне кажется, прям то, что надо для тех, кто любит минимализм. И как варианты подарков на 8 марта, мне кажется, очень хороший вариант. Приятно внимание. Обратите внимание, что здесь у нас две пусеты, видите, они еще и с асимметрией. Также обыкновенный замочек. К этим пусетам можно подобрать вот такие вот, видите, маленькое колечко, просто обычный зигзаг. Часто такие кольца носятся на... Вот вторую фалангу, как я одела, иногда носится обычно. Но опять же, такой приятный, мне кажется, знак внимания. Еще мы посмотрим с вами, например, вот такие пусеты. Видите, такой прям большой хороший овал. Опять же, у нас такая с вами закрывашечка, да, но обычная пусетная часть. И к ним, посмотрите, как хорошо садится вот такое вот, например, родированное колечко, да, которое тоже в минималистическом стиле, отполировано хорошо, главное, родировано. Все изделия у нас артикула вам сегодня не показываю, сложные там системы артикуляции, они будут выставлены, под видео будет ссылка, и вы сможете все их посмотреть. Вот такой тоже, видите, стиль в минимализме. Здесь у нас шиночка просто обыкновенная, и сверху идет вот этот вот геометрический такой узор. Смотрите, как хорошо колечко смотрится, и к нему опять же вот эти сережки. То есть здесь все можно миксовать просто до бесконечности. А если еще украсить, например, как мы вот смотрели, да, финишную фалангу. Посмотрите, как хорошо все вместе, да. Все такое лаконичное, все обтекаемой формы, да, все покрыто родием. И вот вместе как-то они очень дружно смотрятся, поэтому я говорю, прям не бойтесь, можно совершенно спокойно их все вместе брать. Еще одно колечко Соникса натуральным, но тоже прям совсем-совсем минимализм. Видите, просто шиночка и вот такой вот кружочек. Значит, еще одни серьги очень интересные, мы с вами смотрели такие в золоте, то, что их можно разобрать и носить как конструктор. То есть, кто даже, для кого даже эти пусеты большие, вы можете снять вот эту вот закрепку, у меня что-то не очень получается. Можно я не буду снимать. В общем, вот этот, видите, элемент у нас подвесной. Его можно носить даже отдельно на цепочке. И с золотыми их прекрасно можно миксовать. Можно два колечка одеть, белый и желтый, разные по диаметру подобрать. Кстати, мне очень интересна эта тема, можно потом ее будет более подробно осветить. Далее вот такая печатка. Тоже здесь гладко отполированное серебро, поверху матовое серебро. Посмотрите, как хорошо она смотрится. Да? Вроде бы украшение есть, но не такое оно активное, как обычно все наши изделия. И вот такое колечко очень интересное. Видите, насколько вся такая сложно витая форма сделана. Обратите внимание, что здесь у нас стоят фианиты Сваровски, а с тыльной стороны кольцо идеально отшлифовано и покрыто родием. Вот так оно смотрится на пальчике. И последние сережки сегодня, не предпоследние, тоже посмотрите, как интересно. То есть с тыльной стороны мы вот эту часть протягиваем, и получается, что с фасада мы видим сам треугольник. Опять же, весь этот минимализм очень хорошо дружит и монтируется друг с другом. И еще одна модель. Смотрите, тоже какие интересные. Матовая часть по фасадной части, с тыльной стороны. Они идеально прородированы, гладкие. Вот такие вот палочки, да. И мы сейчас примерим вот с этим колечком, например. Опа. Смотрите, за счет того, что у кольца у нас верхняя часть, видите, матовая, у пусет тоже матовая, они очень хорошо вместе монтируются, хотя есть диссонанс между тем, что они правильная геометрия, а здесь ломаная форма, но мне кажется, это только дает оригинальности и тому, и другому изделию. Так что все их можно друг с другом очень хорошо подружить, и я думаю, прекрасный выбор на 8 марта, тем более, что по ценам все эти изделия достаточно бюджетные. Так что заходите, мы вам ждем, поможем с выбором, всего вам самого-самого хорошего, до свидания.